Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить вот такую вот водяную бочку на 3 кубика с насосом полностью. Установлены газоновские шины, скаты, шестишпилечные. Бочка нержавая, воду держит все хорошо. Здесь тоже без проблем. Да, кстати, бочка сантиметр толщиной, поэтому здесь прослужит все долго и качественно. Резина как новая. Задний баллон, обращаю внимание, вообще новый. Вот прям видно. Показываю, демонстрирую. Дальше, значит, рукав. Вот он лежит. Рукав наборный. Вот он, я его снимаю. Значит, заднюю часть показываю. Насос бензиновый. Все в наличии. Все краны установлены, все работает. Да, соответственно, вот этот выход получается. Этот заборный, а это на выход. Так что такая бочка, кому необходимо, у нас уже появилась в продаже. Еще раз сейчас ракурс сделаю. Вот такая бочка на 3 кубика, водяная. Кому необходимо, обращаемся.